Благотворительный фонд «Инсан» призывает потратить федеральный грант на лечение больных детей бабочек. Речь об 1 миллиарде рублей, которые в скором времени получит Дагестан. Глава региона призвал жителей республики выдвигать проекты по использованию этой суммы. Представители благотворительного фонда предлагают направить деньги на оснащение медицинского центра для детей бабочек. Почему это важно, расскажет Хамза Нурмагомедов. Одно неправильное движение, и кожа с ребенком может сойти. Дети начинают страдать и мучаются от боли. Эта болезнь неизлечима. Она называется буллезный эпидермолиз. Малышу нужен постоянный уход. Только на перевязочный материал уходит более 50 тысяч рублей в месяц. И это на одного ребенка. Очень большая просьба, чтобы обратили внимание на эту проблему. И просьба матерей, чтобы было такое место, куда можно было обратиться с болью, чтобы какую-то помощь нам оказали. Благотворительный фонд «Инсан» просит правительство помочь. На часть средств федерального гранта открыть медицинский центр. Пятиэтажное здание уже готово, завершаются внутренние работы. Однако денег на оснащение специальным оборудованием нет. Поэтому мы предложили свое участие в освоении этих средств. Надеемся, что народ и руководство нашей республики поддержат нас в этом социально важном проекте не только для нашей республики. Медучреждение позволит оказывать бесплатно всю необходимую помощь детям-бабочкам. Не нужно будет для этого выезжать за пределы республики. Эта клиника станет уникальным на Северном Кавказе. Она придаст силу уверенности не только больным детям, но в первую очередь родителям, которые годами оставались наедине с тяжелым недугом своих детей. Создание условий для тех, кому нужна неотложная помощь – залог процветания республики. Хамза Нурмагомедов, Муса Салгиреев, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Махачкала.